Новым руководителем театра «Буриме» стал Юрий Демчук. Он преподает в Тюменской академии культуры, а также является режиссером театра пластики «Будильник». Бывший руководитель «Буриме» Никита Бетехтин поступил в ГИТИС и уехал в Москву. Сейчас актеры работают над постановкой «Двое на качелях» по одноименной пьесе Уильяма Гибсона. Премьера состоится в середине ноября. В планах Юрия Демчука приглашать режиссеров из Екатеринбурга, Москвы и вывести театр на новый уровень. У нас есть база, и у нас есть как бы уже какое-то развитие, и поэтому уже надо выходить в перформансы, выходить на улицы. Я не знаю, у меня в проекте есть такой проект через всю Тюмень, какие-то похороны клоуна, потому что, ну, и в то же время это какой-то праздник, что ли, возрождение, когда клоун там умирает и в конце встает.